Что же, идем дальше. Точнее сказать, назад идем. Я понял, что, видимо, вот этот мужик, это Карл, собственно, наверное, робот, который сидит там и говорит, что он Карл. Твою мать, я тут настраиваю монитор, а тут, сука, херня какая-то. Охренеть, ребятки. Она приперлась сюда. Слушайте, а может... Что, по трубам, что ли, перемещается? Охренеть. О-о-о. Ладно. Но нет. Наверняка не страшная фигня, просто я не знаю, что от него ожидать. Можно ли от него убежать и так далее. А, просто я даже не знаю. Ладно, надо идти. Если что, покружимся, правильно? Чем мы с ним? А, вон он. Сюда идет? Судя по свету, да. Сломал эту херню. Что дальше-то я забыл, ёб твою мать. Да давай. Во. Все вроде, да? Че открылось-то, бляха? Давай, 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 давай. Фух. А там еще, по-моему, напротив какая-то вот здесь прям под нами была дверь. Так, ну мы дошли до места, которое называется, наверное, центр связи. Под куполом, короче говоря, нам сказали идти под этот купол. Сейчас немножечко здесь посмотрим. И что интересно... Посмотрите, Северная Америка. Давайте посмотрим. Статус Нью-Йорка. Отключен. Последний контакт 2103 год. Йонси офис закрывается и всех эвакуирует. От имени всех работников хочу сказать, что для нас была большая честь работать с вами и Эпсилоном. Удачи нам, вам в надвигающемся апокалипсисе, Бен. Вот так вот. Лиссабон. Очередной доклад по оборонительным мерам. Тут говорится, что землетрясение некое. Подожди, какой год? 1103. Так. Я печально вынужден уведомить вас, что у нас офис закрывается. Больше не сможет поддерживать работу вот этого, вот этих штук, короче. Он благодарит и говорит, что... Все. А, хана. И здесь... Отключен. Все.
Здесь ничего нельзя посмотреть. Хорошо, давайте сунем пальчик. Причем он дотрагивается просто до нее, он не сует ничего. А, обнаружены испорченные данные. Восстановить файл. Легко так. Сидишь за компьютером, вся винда полетела. Восстановить файлы, восстановить. Джонси, как там эвакуация? Все собрали, к выходу готовы. Но оставлять электростанцию одну нельзя. Адамс решил оставить имя Зары и Карла Сэмкину для выполнения автоматизации. Они, небось, очень рады. Я просто сообщить хотела, что все по графику. Завтра еще поговорим. Хорошо, передам все Волчек. Волчек. Джонси, славное утро для эвакуации, да? А я читал Волчок. Садил. Я хотела представить тебе имя Карла. Когда я отправлюсь на ответ, у нас связи будут твои. Поздоровайтесь. Привет, Тета. Привет. Привет, ребята. Я Питер Страски, диспетчер на Тете. Если смогу чем-то помочь, вы дайте мне знать. Ну, думаю, все. Скоро увидимся, когда прибудем. Хорошо, Джонси, удачи тебе. Эй, алло, Тета? Эпсилон. В чем дело? Нам нужна прямая связь с Хизер, то есть инженером по обслуживанию Волчек. Прямую связь установить почти невозможно. Ретрансляторы Лумар сейчас практически не работают. Можно отправить сообщение через центр связи, если что, здесь практически всегда. Могу передать вручную. Понимаю, система хреновая, но вот так вот сейчас. Ладно, пока что справимся. На связи. Алло, Питер, да? Я тут, в чем дело? Мы уходим. Я хотел передать, что сегодня буду закрывать центр связи, так что больше мы на связь не выйдем. Если через пару часов нас не будет, вызывайте кавалерию. Постой, что происходит-то? План прежний, да? Да. Мы идем к шаттлу и едем на нем прямо до Теты. Ладно, понял. Соберу людей для торжественной встречи. Приятно слышать. Хорошо. Что вводить-то? Подожди. Омега, это мы что ли? Прикольно. А вы не помните, докуда нам нужно, какую связь установить, с кем? Ты забыл. Давайте. Вот так можно. Чё? А, мы на станции Эпсилон. Лямбда, может быть, была. Нам надо вызвать, типа, да? Эй, вы там? Я нашел купол. О, так-то лучше. Саймон, да? Джаред, Саймон Джаред. Привет, Саймон. Я Кэтрин. Вы уже разобрались, что происходит? Я? Я надеялся, вы мне расскажете. Может, и расскажу. Что хотите знать? Да много чего. В смысле, где это я? Как я сюда попал? Почему тут роботы говорят, как люди? Ну, вы, очевидно, на Эпсилоне. Вы что, там никогда не были? Где вы работали? В Гримуаре, в Торонто. Это так важно? Нет, на Патосе-2. Где работали? Я не знаю, что это! Неожиданно. Вы прибыли сразу из Торонто? Да, прямиком, и все было очень неожиданно. Вы людей видели? Персонал, техников? Только роботов, чокнутых. Это все очень странно. Мягко говоря. Что это было? Воу! Что такое? Тут, кажется, все скоро рухнет. Что мне делать? Вам нужно на лямбду. А как туда попасть? Все станции соединяют сеть.
шаттлов! Найдите шаттлы, приезжайте! Я буду ждать! Кэтрин. Чёрт! Куда мне? Что делать? Твою мать! Да, что делать-то? Слушайте, а его не смутило то, что там 2103 год в документах было написано? Что-нибудь про это бы спросил. Сказал, что я из 2015-го там. О, плыть надо или чё? Что? Какого чёрта? А, ну всё, да. Как такое возможно? Это же... Это безумие! Вот так вот. Ну, с одной стороны, круто, что мы... Нам водичка-то нипочём. Точнее, отсутствие кислорода. Ну, погнали. А наверх не можем всплыть? Хорошо, ладно, идем. Или бежим. Будем подбегать ко всем светящимся... Лямбда, найти шаттл на лямбду. Неплохо так бегаем под водой. Вообще-то, что надо. Нам некий кораблик, я так понимаю, найти надо. А, здесь какая-то разгрузочная, видимо, платформа. Таинственная музыка. Так, хорошо. Либо это автоматически включается. Скорее всего. Как у нас в подъезде. Доступен буфер данных. А. Это, отвечайте! Отвечай, Стаски! Ну уже! Эми, ты где? В полях, мне пришлось уйти. А Карл с тобой? Все, пошел к чертям. Подожди, ты по дате как я автоматизировала? Тест безопасности? Нам нужна энергия, чтобы станции работали. Да в жопу энергию! Иди нахрен, Стаски! Машины убили Карла! О, черт! Ладно, успокойся, все будет нормально. Ты можешь вернуться на Тету? Да. Думаю, да. Пойду к шаттлу вспомогательному. Удачи, Эми. Держу клыки. Клыки. Слушайте, а я же забыл совсем про Карла. Ну, там наш этот робот прогнал. Вот. Может быть, с ним просто надо было побеседовать? Но я забыл совсем. Ну, не забыл, а просто вот, это как бы тоже интересно изучать, да, что было бы, если бы я подошел к Карлу, что он там жив, какие еще есть... Варианты. Что такое? Она за мной бежит, летит, плывет. Здесь ничего нельзя. А что это? Она. Что-то не думаю, что она безопасна. Она светилась красным. Где она? Ладно, мне кажется, эта штука все равно медленно плавает. А если что, убежим. Блин, что мне с ним делать-то? Он меня убьет, интересно. Или может его сюда заманить как-нибудь? А, ёлки-палки. А тут... Тут, может, как-то... Да ладно, серьезно, можно пройти? Или нет? Ладно. Ну, может, можно оббежать, я думаю, как-то его. Ладно, сейчас. Вот он, да?
Что он там говорит, забрал свое что-то. Я не знаю, может быть, он наш друг, но... Я подхожу только к лежачим. О, что там? Эпсилон Б. На название у меня, конечно, памяти вообще не... Никакой. И что? Эй! Ничего ты мне не дашь? Я думал, может... Не знаю. Теперь мы подружимся, может быть... Может быть, он будет нам помогать? Ёп! Напугал, он реально за нами идет. Эпсилон Б. Я что, назад прибежал? Нет, там везде теперь эти значки. Ой-ой-ой. Да, тут заплутаешь. Подожди, а может за ним следовать? Где эта штука? Может быть, он знает, что к чему? Я заблудился. Вот он. Смотри, он поплыл. Давай пойдем, может быть. Нет, он не поплыл. Он меня, похоже, ждет. Ну ладно, пойдем дальше. Слушай, подожди, а может это и есть челнок? Там же нарисована какая-то вагонетка или что это? Что это такое за конструкция? Непонятно. Где я был, где не был, я уже не помню. Эту штуку я вроде не обходил. Это что? Твою ж мать. Где я вообще, блин? Это то ли обломки, то ли что-то, какие-то механизмы еще двигаются тут. Ой, ну и пипец. Эпсилон. Я назад, что ли, иду? Блин, да ну, я уже заблудился. Мне кажется, я куда-то назад бегаю. А может подойти к нему? Я знаю, что ты здесь, я тебя слышу. Не, что-то мне не понравилось, как он это сказал. Твою мать, он за мной бежит, он плывет, летит, перемещается, сука. Да ладно, серьезно, что ли? Да я ж тоже робот, похоже, чувак. Не убивай меня, а, слышь, отстань. Как обернуться быстро? Нет. Слышу, как трещит мой задник. Твою мать, кто там? Это он или нет за мной там летит? Какого хрена? Чувак, отстань, слышишь? Это... Подожди, это не он же. Это моя фигня белая. Ладно. О, тот, видимо, медленный. Ну что, блин, куда идти-то? Я задолбался. У меня карты местности нет в голове. Я по одним и тем же местам, можно сказать, бегаю. Так, вот тут, по-моему, он, да? Да. Значит, идем туда. И давайте смотреть. Мы пошли направо сначала. Нет, дальше еще. Mm-hmm.
А с ним никак нельзя, что с ним сделать, взаимодействовать? Странный какой-то чувак. Ладно. В центре, я так понял, какая-то башня вот эта вот круглая, да? Вот эта вот. А мы будем бегать по кругу. Что ж, блин, ребят, спустя, не знаю, получаса моей беготни я все-таки нашел выход. Оказалось, что, видимо, блин, это... В общем, видимо, я некоторые выходы путал. То есть я доходил до этого красного робота с красной лампочкой и думал, что я назад вернулся. Оказалось, что это был совершенно другой. Вот он, по-моему. Вот, и вот сюда, короче, я бегу, блин, мимо этой красной башни. Вот. Короче, хрен его пойми, ну бывает. Если вообще я туда пришел, ну, если я нашел новый выход, скорее всего, сюда, да. Вот видите, какая кнопка. А, вот для чего эта штука. Че ж ты мне сразу-то не сказал? Засранчик эдакий. Говорят, на сварку надо не смотреть, поэтому я должен посмотреть. Ух ты, спасибо, малыш. Давай за мной. О, он за мной не пойдет, к сожалению. Ну, я так понимаю. Омни-инструмент. Сейчас, наверное, вода откачается, да? О, нет! Так. Надеюсь, шаттлы работают.